о незаконной установке бюста в городе Назар. Вот так вот. Назаровский межрайонный, уважаемый Владимир Рудольфович, Назаровская межрайонная прокуратура рассматривает обращение Дмитрия МЮ о незаконной установке бюста в городе Назарово. На основании статьи 22-26 Федерального закона прокуратуры прошу по доводам заявителя направить мотивированный ответ срока 14. Вот так. Ну, то есть, здесь он пишет о том, что... Интересно, чем он там мотивирует, а что не мотивировано? Заявление из новостной статьи Запада 24, 24.05.22 года мне стало известно установка практически в центре города Назара бюста неизвестного мне военного по фамилии Могилов. Установка бюста строго регламентирована действующим законодательством, не допускает произвольную установку бюста в память памятников и прочих атрибутов по желанию граждан либо общественных организаций. То есть в данном случае налицо самоуправство и превышение должностных полномочий сотрудниками администрации города Назара. Прошу прокуратуру немедленно вмешаться и устранить допущенное беззаконие. О результатах прошу сообщить мне в установленном законном сроке. Ну, прокуратура что на это думает вообще? Не знаю. Ничего не думает. Ничего не думает. Нам стало на письмо. Ну, лучше вдруг.